перемещаться во времени. Почему? Не знаю, смотреть, что будет в будущем. И не совершать ошибок этих. Бегать. В детстве. Единорогом. А чё? Чё, ещё кто-то говорил, да? 8 человек все так сказали. Да? Вообще, самая бесполезная вещь это была то, что мне дарили кофемашинку такую с собой, типа, таскать. Как будто я буду ее с собой таскать, блядь. Вот вообще, да? Ладно. Друг, привет! Надеюсь, ты это не посмотришь. С кем? С Пугачихой. Теория, это нормально. На теории засыпала, да. Если тренер слышит, что он меня прибьет. Мне один раз сказали, если ты уснешь на теории, я тебя стулом брежу. Не помню. Но я смотрела Винкс. Каждый день. Шопинг. Каждый день шопинг. Но я не скажу, как бы, за что. Ну, я особо не запоминаю. 100 рублей нашла, но я их не подняла. Это везение? Так, я бы хотела играть на пианино. И петь бы хотела. Позови меня с собой. Сойдет? Змей. Вообще. Мне часто змеи снятся. Я их боюсь ужасно. Змею. Ну, вообще, собаку я хочу себе мопса. Прям сильно-сильно. Но я не думала, как я ее назову. Не знаю, клоуна. Там, где нет лжи. Так можно сказать? Но я в детстве крала всякие сувениры. Уральские пельмени. Ну, в детстве я занималась гимнастикой, а так хоккеем. Курица с макаронами. Рыба. На море.